Сергей Николаевич, пожалуйста, ваше впечатление о сегодняшней игре с победой вас. Спасибо. Расскажите, как сложился матч? Я считаю, что мы очень хорошо начали игру. И первый тайм мы заслуженно после первого тайма лидировали. Во втором тайме Скал простил игру, стал играть более вертикальный футбол. Мы вынуждены были построиться под это, поэтому получился такой, наверное, не зрелищный и достаточно нервный поединок для нас, но очень хорошо. Для нас, конечно, что все закончилось один. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, вопросы главному тренеру гости. Позвольте, я тогда задам. Вот. В общем-то, команда не заявляла о своих больших претензиях на лидерство и на выход. Но, судя по игре, по результатам, которые команда идет без потерь, скажите, будет какая-то корректировка в планах? Что вы вообще планируете? Как сезон завершить? Мы уже на официальном сайте и официально объявляли о своих задачах, целях на сезон. У нас цель, как и у многих, в принципе, команд, побеждать. К чему это приведет, посмотрим весной. Еще 33 тура впереди, еще рано совершенно трудно приходить, декларировать цель. Мы пока еще не показываем своего лучшего футбола, на мой взгляд. У нас есть, безусловно, потенциал. И я рад, что пока у ребят получается делать это то, о чем мы говорим. Спасибо. Ну, естественно, что Цепляр считает по осени, в данном случае по весне, но задел, который команда сейчас делает в первых турах. Надеюсь, вам поможет в дальнейшем. Спасибо вам. Спасибо за игру. Вам спасибо. Предоставляем слово главному тренеру нашей команды, Алексей Николаевич Поддубский. Алексей Николаевич, пожалуйста. Давайте с вопрос. 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 Давайте начнем с вопроса. Коллеги, у кого вопросы главному тренеру, пожалуйста, прошу. Алексей Николаевич, замена уже по итогу первого тайма новичков Мищенко и остальные связаны с тем, что они не вошли? Не вошли, да. Не вошли. Мищенко задохнулся, а сами тоже. Была в перерыве, видимо, какая-то корректировка игры, потому что он изменился, стало больше длинных передач? Да, простили его. Был хороший момент. Забили. Соперник во втором тайме тоже практически момент. Обильно пропустили опять на первых минутах. Вырвалась команда. Получилось так, как получилось. Спасибо. Еще раз повторю. Позвольте мне, Алексей Николаевич. Замена вратаря Обухова на Сараныска, это в целях дать возможность посмотреть второго года, это Сараныска все в порядке? У нас, да, все в порядке. Немного проблем с Владивостоком. У нас есть время по вратарям, которые будут перерешиваться. Назначать вратаря на матч. Он с ними работает, он знает, кто лучше выглядит на данный момент. Ну, то есть это просто дали возможность сыграть и подать? Я ответил на то, как я сказал. Значит, он выглядел лучше. Нормально, еще. Последние 20 минут центрального нападающего Зайцев играл, это вынужденная ситуация? Да, вынужденная ситуация. К сожалению, у нас нет второго нападающего. Ну, есть, но он пропускал всю игру. Поэтому вынужден на мне. Кузнечок уже не мог подождать. Не мог. Если позволите, вот сейчас, да, второе поражение на нашем подряд. Что сейчас нужно делать? Какие-то кардинальные меры? Успокоиться? Да, успокоиться надо. Какие кардинальные меры? Успокоиться. Я говорю, ребята хотят выигрывать. Но, я же говорю, обидно пропускать на первых минутах. Не возраст. Они очень хотели победить.